Привет, друзья, на Сандрабе Кубик и... И Леди Леска, всем привет! Сегодня, друзья, мы будем записывать Color Block, и это цветные блоки в Roblox. Вот такая вот у нас карта. Как вы можете видеть, мы один раз с Леской записывали уже этот режим, и решили выпустить вторую часть этого режима, так как увидели, что вам вроде бы как понравилось, да, Леска? Да, мне тоже так показалось. Да, вот, Леска, вот так вот у нас... кстати, тут написано, что там нету... Еще там никто не выиграл, типа. Видимо, оставшиеся люди одновременно упали. И раунд через 3 секунды буквально начинается. Но вы, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Так, Леска, какой? Давай облачный мод. Прикольно. Я даже не успела нажать, давай. Ну, окей, Леска. Видимо, больше людей проголосовали за него, значит, он будет точно. Так, что делать надо? Объясни мне. А, Леска, смотри. Красный. Ну, просто, типа, все как обычно, только мы на облаках. Ух ты, прикольно. А, мне нравится, кстати. У меня такая поза прикольная. Так, розовенький прям со мной. Ага, у меня тоже такая вперед рука и нога. Смотри, такая, смотри. О, почему? А... Почему Леска, мы с тобой... В смысле? Мы же на розовом стояли, мы же правильно стояли. А, Леска, это маджента. И... Это маджента. Я в конце думаю, такая типа... Понятно. Или... Я поняла. Я вообще не увидела разницу, серьезно. Слушай, я так плохо ориентируюсь, если честно. Я просто что-то рядом увидела, но я не видела, что он двух оттенков. Такая тонкая грань. Ну ничего, бывает. Да, типа, когда я говорю то, что я не особо ориентируюсь так, это не значит, что я не различаю, например, черный и белый. Я различаю, конечно же, я просто... Например, если будут цвета по типу одинаковых оттенков, я скажу то, что это просто одинаковые цвета, и все. О, Леска, смотри, Леска. А смотри. Я такой вот брейк-данс сделаю. Осталось два человека, скоро, видимо, кто-то раны. О, все, одна девушка упала, другая выиграла. Сейчас она дэнсить будет. Кстати, ты заметил, у всех разный танец, у меня тверк какой-то. Да, Нобик, я заметила. Так, ну что, друзья, вот такой первый короткий раунд у нас получился с Нубиком. Ну, будем считать это как разминочка. Да, давайте, так. Вот, мы сейчас точно постараемся все-таки... Меня зажали. Все-таки сейчас постараемся продержаться, да, Нубасина, до конца. Давай, я хочу шарики, они такие прикольные, мячики. Мне кажется, левая карта победила. На самом деле, за мячики и за другой кое-какой, и за ролики было одинаковое количество. За ролики они скользят, мы же... Стоп, ну да. Ролики это же не лед, почему оно скользит? А тут такое покрытие, как будто это какая-то кожа, знаешь, такое, а, белый. Все. Так, я на белом. Нубик, а что прыгать можно, лайфхак, быстрее добираемся. А, Леска, попробуй. Сейчас все будут прыгать, потому что видите то, что мы прыгаем, мне кажется. Не думаю. Мне кажется так. Пожалуйста, следующий цвет. Грей, так. О, это серый. Оп. А, Никол, кстати, не едва начал. Успела. О, Леска, мы все там вместе, я одна. Пинк. А, розовый. Вот какой Леска, сейчас пинк? Розовый, это именно розовый. А это, нету два пинка, там есть маджент, это более темный, чем да, розовый. Я поняла. А, фиолетовый, где фиолетовый, я не различаю, фиолетовый и синий. О, а, я не успела, Нубик, Леска, я упала. Леска, мы втроем остались, надеюсь, я выиграю. Давай, я за тебя болею, Нубик, болею за тебя. Где фиолетовый? Молодец. Ой, ты скажи. Ты ж на волоске, что была. Я правда не различаю фиолетовый и маджента, молодец. Друзья, давайте побольше накинем лайков, чтобы Нубик в этом раунде победил, и мы увидели легендарный танец Нубика Кубика. Да, друзья, если хотите видеть мой танец, пожалуйста, ставьте лайки и так, пишите. Так, темно-зеленый грин. Нубичек, так, давай. Да что ты какой-то тут встал ко мне? Леска, просто зеленый. А, нет! Опа, ура! Ура, Нубик, я так. Выиграю. Где ты там? Вау! Смотри! Почему она у меня покажи близко, такой Нубик. Танец? Нубик, покажи близко для всех. Да что ты, я приклеилась ты к этому забору дурацкому. Я хочу на тебя с лица посмотреть. Это я. Слушай, ну ты крутышка. Ой, ну какая хорошенькая. Так. Давай вентиляторы. Вентиляторы? Ну давай. Эх, ну вот, они проиграли. Видимо, вот этот мод цветов. А нет, не цветы. А что это за... А что это? Пара-пара-пим-пара, циан. Вентиляторы. А, циан, наверное, я надеюсь, это... Стоп, за вентиляторы же только я одна проголосовала. Почему я тоже нажала, я тоже, на тоже. Ну да, на два, но за остальных было 3 или 5 примерно. Почему она выиграла? Не, Нубик, мы потом в конце там тоже А, да, серьезно? Да. Прикольно. Грей. Серый, прям здесь. Так.
Друзья. Она взрывает. Так, давай. Опа. Оранж. Оранжевый, так, я сюда. Опа, я с тобой. Привет. Девочка упала. Оу, я упала. Мальчик упал. Вы все втроем упали. Так, давай, Нубик, снова болею за тебя, Блу. Спасибо. Прикинь, сейчас опять мой танец будет самый лучший. Надеюсь, слушай, давай продержись, так посмотрим. Я тоже. О-о-о, я побежду эту девочку. Так, темно-зеленый. Почему она за мной постоянно? А, Ну басина, твоя брызка. А, я снова в смотри, ух ты. О. Это новый танец. Это леска. Что вы творите? Друзья, ну посмотрите, что вытворяет. Ну зажигает, как на басенка. Давай-то пошла в разнос за ножки и ручки. Леска, я в прямом смысле этого слова зажигаю. У меня наверху огонь какой-то. Зажигай. Тур-тур. Пип-пам-пам. А что такое гилдер? А, это на этой штуке. Ой, наверное, все за шарики проголосовали. Так, слушай, не знаю, я сама не поняла, куда нажала, у меня что-то все подвисло. Опять эти ролики. Так, окей. А светло-красный. Ага, так. Ух ты, полоска была какая-то. Маджента. Вот этот более темно-розовый такой. Вот этот? Надеюсь. О, два человека упали, минус два. Упало много, да. Yellow. О, мой цвет. Опа. Так, друзья, ну что? Еее. А если я третий раз подряд выиграю, то я вообще про... Надеюсь. Леска, я хочу, чтобы ты выиграла, правда. Спасибо. Леска, у меня 10 уровень. Темно-синий. А у тебя 6, давай, Леска, идем. Давай. Мы выиграем всех. Давай. Следуй за мной, если что, окей? Окей. Розовый. Розовый, идем сюда. Так. Ты точно выиграешь. Я специально упаду в конце, чтобы ты... Не надо, зачем? На, ну танец, чтобы посмотреть, для прикола можно. Да. Так. Ура. Она осталась четверо, так. Главное выиграть. Какой это? Чёрный, вот этот? Идём, чёрный. Вот этот. Тихо, не пойди. Хорошо. Такие ролики у нас прикольные. О, тёмно-синий возле нас. Ух ты, фух. Целый квадрат, смотри, да? Нормально. Вообще. Маджента. Сюда, это вон та, да? А, ну, ладно, Леска, правильно стоишь. Так, втроём остались, ребятки, у нас трое. Так, Леска, розовый. Ага. Так. Оранж. А, я уже на оранжевом. Классно. Опа. Так. Друзья, держимся. Блу. Темно-синий. Ух ты, мальчик. Я уже до конца надеюсь, что мальчик еще сопадет. Грин какой? Вот этот? Нет! Это неоновый. Или салатовый. О! Нобик, ты снова танцуешь. Новый танец. Слушай, ну ты даешь. Вот что делает, а? Нобик, привет. Ой, что я вытворяю? Опа, я-то что вытворяю, друзья? Посмотри. Что ты мне на голове стоишь? Леска, прыгни. Хитрик высоко подпрыгнул. Так, куда? Давай вот это. High heel mode. Давай. Это же материал, Нубик. Так, давай. Леска, посмотри на меня. Ух ты. Так, куда? Зеленый. Слушай, вот умора. Это же материал, Нубик. Так. Темно-зеленый. А, темно-зеленый, давайте. Так. Опа. Есть. Так, какой? Yellow. А, вот здесь вот прям возле меня. Отлично. Ноги смешные какие-то становятся. А такое ощущение, как мы быстрее передвигаемся с помощью них. Может быть. Или это просто ощущение. А я уже на блузу спану. Нормально. Так, друзья, давайте, держимся. Так, темно. Это просто зеленый, не темно, просто. А, мы с девочкой вдвоем остались. У меня, Нубик, у меня что-то с зеленым, фигня какая-то. Мне почему-то здесь вот он другим кажется. Смотри, их тут три вида цвета зеленого. Леска, да, это темно-зеленый, такой обычный зеленый. Но обычный зеленый, если честно, выглядит как темно-зеленый. И я их тоже иногда путаю, но все же правильно. Я не успела разглядеть просто, что где. Маджента, Нубик. А, я знаешь, как ты можешь делать? Ты можешь прям вверх сделать вот так вот свою камеру мышкой. Покрутить, ага. И те как-то ты будешь больше их различать, чем вот так вот, когда смотришь. Да, поэтому поняла. Я только сейчас нашла этот способ, и до этого им даже и не пользовалась. Вот здесь возле меня был. Фу, ты на волоске была, слушай, я прям распереживалась. Так, Циан. Опа. О, молодец какая.
Так, все завороженно наблюдаем за вами, короче, Маджен. Мне кажется, всем наоборот, хочется быстрее играть, им лень наблюдать. Не, мне прикольно, мне нравится. Так, и Лайтлеры, это рядом с тобой. Когда она уже провалится? Слушай, ну такие опытные, когда сходятся, то тяжело. Блэк, черный. Да когда? Так. Так. Темно-синий. А, возле меня был, ну окей, я пойду сюда, пожалуй. Так. Розовый. Вот это схватка, друзья, вот это под конец. Так, черный. Она не достанет до него. В смысле, как она допрыгнула? Она в конце она как-то буквально прыгает. По воздуху пошла. Белый. Пожалуйста, Нубик. Опа. Так, отлично. Опа. Черный. На волоске была, я чуть не упала. Ага. Ты когда? Так, светло-розовый. Давай, смотри. Набесса, мы смотрим твой танец в который раз уже сегодня, друзья. Слушай, я тебя поздравляю, Нубик. Друзья, ну что, Нубик, иди ко мне скорее. Будем на этой радостной ноте, наверное, прощаться. А, Леска, ты тоже иди ко мне на следующий, чтобы быстрее было. А, иду. Вот так вот у нас сегодня получилось. Нубик сегодня была рекордсменом в 3 или даже 4 раундах, но я почему-то падала несколько раз. В общем, друзья, увидимся в следующих роликах. Ничего не вижу, а уже вижу, Нубесенька. Идем помашем ручкой. Давай. Увидимся. Всем хорошего настроения и пока-пока. Пока-пока, друзья.